Бекхан Султан Хани, султана или принцесса из рода Гераев, была дочерью крымского хана Селима I Эль-Хадж. Это была образованная и утонченная принцесса, активно принимавшая участие в культурной жизни своей страны. Вероятно, она родилась в Бахчисарае во время второго правления своего отца в конце 80-х годов 17 века. Она вышла замуж за одного из беев рода Ширин. Будучи богатой и свободной женщиной, она посвятила свою жизнь благотворительности. Безусловно, Бейхан Султан оставила в памяти своих современников много благих дел, но до наших дней сохранилась главная архитектурная постройка, воздвигнутая на собственные средства этой дамы, великолепная мечеть, украсившая одну из центральных улиц Бахчисарая Тахталы-Джами. Очевидно, земля под строительство культового сооружения была куплена Бейхан Султан около 1700 года. Это было особое место вблизи ханского дворца в квартале или маале Осман-Ага, ведь будущая мечеть должна была быть видна с любой точки Бахчисарая. В тот же год под чутким руководством одного из придворных архитекторов строители приступили к работам. Очень скоро здесь появились каменные стены с деревянными связями. Именно эта особенность и послужила в будущем названию мечети Тахталы-Джами, что в переводе «деревянная мечеть» или «мечеть из досок». В 1707 году состоялось торжественное освящение главного творения принцессы Бейхан. На открытии мечети присутствовал ее родной брат, крымский хан Гази Герай III. Сегодня Тахталы-Джами, главное детище принцессы Бейхан Султан, является одной из самых старых мечетей Бахчисарая.